Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, у нас обзорчик новой игрушки с нашего любимого жанра Survival. Игра называется Dead Fortnite 2. Давайте посмотрим, что за игра, что из себя представляет. И первым, чем мы займемся, это создание персонажа, парень-девушка. Давайте возьмем девушку. Девушка вроде как посимпатичной. Так, можно Very Dark взять, можно взять просто беленькую, но я возьму Very Dark, что-то в последнее время на темненьких потянул, если вы понимаете о чем. Так, Face, конечно, из-за фона сложно выбрать какой-то Face, но тем не менее, я думаю, мы сейчас волосы возьмем, выберем причихан, нормальный, так... Хочу очень длинные, так, нет, нету очень длинных, но можно длинные просто взять и выбрать цвет, белый цвет. А смотрится круто, имя Борода Гейма, создаем чара, погнали. А, буквально недавно вышла эта игра на full английский язык, это усложняет нашу задачу, но для обзора, для первого взгляда этого будет более чем достаточно, я думаю, я потяну. Так, хорошо. Мы появляемся, шумит дождик, все красивенько, все очень темно. Так, с помощью Ешки можно запрыгнуть в машину, наверное, нет, нельзя. Это характеристики моего чара. И, в принципе, больше ничего нельзя сделать. Хорошо. Как-то взаимодействовать с машиной можно, нельзя. Так, пока что никаких действий нету. Так, у меня есть ствол, это хорошо. Так, можно заюзать, хорошо. Это мой инвентарь, это то, что я могу забрать. И здесь, наверное, я ничего не могу забрать, да, скорее всего. Так. Я могу перемещать или же что-то в этом духе делать. Хорошо, пошли дальше. Сейчас будем по ходу дела бежать, разбираться, в чем тут вообще проблема. Это игра сурвайвала, но какая проблема, какая причина, апокалипсис, зомби или еще что-то, я не знаю. С чем здесь связано. Но говорят, игра прикольная. Ух ты! На, бля! Это будет весело. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, могу ли я сюда зайти? Не могу зайти. Пошли дальше. Вверх залезть тоже не могу. Прыгать не могу. Ни хрена, короче, я не могу. Ты чё, живой? Нет. А если... Нет, никак. Это так не работает. Хорошо, открываем двери, заходим в помещение. А, это полицейский участок. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть. Что? Она онлайн. Она онлайн, черт возьми. Она онлайн! О боже мой! Ни хрена себе, тут куча народа, короче. Они тут... Чё ты делаешь, слышь, братан? Это... Хрень куда... Я могу, короче, сюда скидывать свои шмотки. Окей, это мой тайник, да? На, бля! Понял? На. Ха! Так, пошли, хорошо, здесь нам нечего делать, наверное. Давайте выйдем отсюда на улицу. Посмотрим. Где-то что-то, я думаю, можно здесь найти интересное. Давайте посмотрим, с кем здесь вообще бодаться. Как-то ребята уже прокачались до 4 уровня. Я бегаю первым, естественно, я только появился в этой игре. Я же хочу тоже прокачаться как-то. А вот эти сперматозоиды, которые текут по моему экрану, они меня немного раздражают и не мешают играть. Хорошо, заходим. Магазинчик. Давайте посмотрим, что за магазин, что здесь есть. Я почему-то ни хрена не могу лутать. То ли это все залутано, то ли я не там где-то что-то ищу. Пока что я не сильно понимаю, что от нас тут требуют. Мы пришли в магазин, так, я так предполагаю, у него можно чем-то затариться было бы. Нельзя. Можно у тебя что-то купить? Так, можно с ним поговорить, хорошо. Он путешественник, что-то там, бла-бла-бла. Понятно. Еще одна дверь есть, так, она закрыта, туда нужен ключ, чтобы зайти. Хорошо, выходим на улицу. Нет, это не улица. Так, вот у нас подсвечивается персонаж. Мне кажется, я смогу с ним наконец-то... Не, не смогу, наверное. Или смогу? Что? Зажимаем, чтобы обыскать. Так, мы нашли ключ, отлично. Как все просто. Ой, блядь, что это было? У-ху, здорово. Иди-ка нахер. На, сука! Еще разок. Вот так вот, краши черепуху. О, да, детка. Слышь, не надо и ствол тратить-то, а можно ее залутать как-то?
Нет, да, нельзя. Ну что, наконец-то! Первое убийство мы нашли. Кого-то. Так, мы получили ключ. Она пришла оттуда, откуда пришел и я. Чувак, ты зачем ее пропустил, ублюдок? А? А если бы меня убили? Кошмар. Так, погнали. Открыли, ключ нашли, в помещение зашли. Ох ты ж, ёптыш, а их тут много. А, интересно, иди сюда. Будем по одному. На, бля. Чё-то с нас, сука. Хедшот, бля. На. Блять, промазал, что ли? Промазал, что ли? А чё он такой жесткий, ребят? Этот ублюдок что-то слишком жесткий. Ой, блядь! Нах, дай свалить. Ты видал, меня там чел чуть за ногу не укусил. Блядь, ты чё такой жесткий, слышь, мужик? Пиздец, ты стрёмный. Сука! Блядь, они там ползают везде. Какого хера он не умирает? Ты, сука, можешь умереть? Пиздюк, блядь. Нах. Перезаряжаемся. Какого хрена он не убирается? Блядь, ты жирный. Ты видал, какой он жирный, бля? Охереть. Блядь. Короче, иди-ка ты нахер. Давай, блядь, кроши ему табло. Хлебальник нахер разбей. На, блядь. На, блядь. Сука, какого хера? Он не умирает, он не умирает, блядь. Он не умирает. Уходим. Я выстрелил в него две, мать его, обоймы. А он, сука, не умирает. Это что за дичь? Я, у меня осталось, кстати, 12 хп, я чуть не умер. Так, у меня есть какие-то бандажи? Что это было? Ты что, дебил? Чуть из-за тебя, блядь, не умер, сука. Ублюдок. Так, а что у меня в руках? Кажется, я сейчас умру. Ребят, надо что-то делать. Так. Но. Так. Все как-то плохо. Я пытаюсь себя захилить, но... Что-то дело дрянь. Я все повыбрасывал, что ли? А, это было уже экипировано. Все, я понял. Понятно. Так. Я могу изучить скиллуху, хорошо. Так, у нас есть спринт. Мне что-то на хил есть тут. Медик. Вот это то, что мне надо. Что он дает? 20%. Окей, давай, возьмем. Медик это реально то, что мне сейчас надо, потому что я в заднице. Я надеюсь, я буду... А я буду сам восстанавливаться? У меня хп уменьшается, алло. У меня нету патронов, друзья. О, у меня есть патроны, найс. Отлично. Че, ублюдок? Какого хрена ты меня не спас? Мудила. У меня осталось 10 хп и все, ребят, 11 хп. Ну, тупо на плюху. А... Я вот смотрю по инвентарю, и у меня реально ни хрена нету, понимаете? То есть, мне нужно хотя бы что-то, чтобы восстановиться. Здесь нигде ничего нету. Я даже не знаю, мне надо туда зайти. Но если я туда сейчас зайду, я сдохну сразу же. Пепси хоть дайте какую-то, бандажиков. Что-нибудь. Что это за дверь? Я здесь, по-моему, не был. Блядь, и тут, сука, есть эти дебилы. Нахер, сука, да ты можешь попадать. Блядь, надо сводиться, короче, дальше. Я спешу. Я нихера не свожусь и... Ой, блядь, ты какая страшная. Пипец, ты стрёмная. Блядь. Нахер иди. Я надеюсь, это оправданное действие, то что... Блядь, сука. Ой, как я плохо стреляю. У меня 4 патрона осталось, и все, ребят. И я надеюсь реально, что это будет... Блядь, кто? Ух ты, хераси, ты жирный такой, какой! Иди нахер отсюда! Хейтер, сука! На, блядь, хейтер! Сдохни, тварь! За хреновые комментарии, сука, дизлайк, да, на, блядь, сука, на тебе, это тебе за дизлайки, падла. Фу. Жесть какая-то, если я сейчас что-то не найду, мне жопа. А, юз. Сразу все юзаю, потому что, блядь, еще пришел. Прикинь.
Где? Где, сука? На! Нет! Нет! Тварь! Боже, ублюдки! Капец, их много! Все заканчивается! Хилов нету! Лут какой-то паршивый! Это просто жесть! У меня 4 патрона и все! Что? Карл, как ты до 19 левела докачался? Смотри, у него даже бита с этими сквоздями нормальная. Охренеть не встать. Ну что, ребят, первый видеоролик, первый обзорчик на эту игрушку мы заканчиваем. В принципе, игра прикольная. Я думаю, можно будет даже с кем-то из вас побегать, если у вас есть эта игра, вы в нее играете. Обязательно пишите мне об этом. Поиграем, погамаем. В принципе, игрушка прикольная. Да, все на английском, немного где-то что-то непонятно, но... Это нам не мешает, мне нравится, игра будет продолжаться сниматься, поэтому ставьте лайкосики и комментарии. Всем спасибо, пока-пока.